Всем привет, с вами, как всегда, я Резерзир, и я надеюсь, вы помните, что я все еще прохожу Assassin's Creed. Всем спасибо, давайте продолжим прохождение, я думаю, вам понравится. Упс, я случайно черный экран сделал, ну ничего, бывает. В одиночку смог увести шхуну? Ловкий ход, капитан. Как и отнять мой брик у того идиота? Братья, я ваш должник. Этот проныра и 2 месяца не продержал твой корабль, как приполз в Нассау. За королевским помилованием. Ну так пришлось. Этот Роджерс повис на мне, как пес. Помолчи, Рекхэм. Что теперь? Как прежде в погоню за богатством? Да, и я близко. Говорят, мудрец отплывает из Кингстона на корабле принцесса. Твой бы талант да во благо, Кенуэй. Ищи мудреца с нами. Не по душе мне эта ваша мистика, Мэри. Хочу лучшей жизни. Легкой. Честно, мне дано легкой жизни, Эдвард. Поверь мне, от нее одни лишь только беды. Так, Рекхэм, пора в отставку. Каждому по заслугам. Люблю за это пиратов. Можно поговорить? Почему нет? А кто ты такой вообще? Хочу построить док, капитан. Чем быстрее соберу деньги, тем быстрее станут наши корабли. Поможете? Давай я пока откажусь. На этот, друг мой, есть одна хорошая причина, а именно то, что я хочу сначала купить улучшение для корабля. И, как по мне, это важнее. Так, тем более, тут, кстати, миссия. Мистер Кэмбэл. Да-да, ребят, всем привет. Ага, вы крутые, да. Я все понимаю. Так. Смотрим, что у нас есть из... купить улучшение для галки. Мы можем купить бортовые орудия. Также мощность тарана. Мощность книпелей. Мортирные ядра. Мощность фальконет. Тяжелые ядра. Мощность зажигательных снарядов абсолютно не интересует. И отсеки, в принципе, для них тоже не интересуют. Я вот даже не знаю. Давайте, наверное, улучшим бортовые орудия. 19 бортовых орудий по каждому борту значительнее огневой мощи. Либо чуть-чуть поднакопить и улучшить сразу корпус защиты. Нет, мне все-таки нужны бортовые орудия. Угу. Отлично. Мне осталось 7000, и я могу на это еще книпель улучшить до последней. Вот, мощный урон не оглушает. 65 он наносит, плюс... Сколько, кстати? 21. Сопротивляемость. 5000 здоровья у нас. Таран. Крутой. И так, в принципе. Так, а вот как вот тяжелыми ядрами, кстати, пользоваться? Я без понятия. Хотя, может... Потом посмотрим. Внешний вид галки пока я не буду смотреть. Ну и Кенуэй тоже обойдется пока без каких-либо изменений. Накопим денежек, там уже и подумаем о модернизации вида. Отлично. Ну а раз у нас деньги остались, значит можно и порт купить. В каком-то смысле. А где это, собственно говоря, и сделаем. Капитан, есть минутка? Есть, хочу есть, построить друг. Док, капитан. Строй на здоровье. Чем быстрее соберу деньги, тем быстрее станут наши корабли. Поможете? Да, без проблем. Я сегодня щедрый на 500 золотых. Отлично, что я могу сказать. О, кстати, мы можем еще что-то прооборудовать здесь. Толику вашего времени...
Может, Толику? Ребятам не хватает местечка, чтобы дебоширить и тискать девок. Мне б чуток золотишка устроил бы почище, чем в Бристоле. И Рома будет хоть залейся, народу понравится. И... Таверна, это, конечно, хорошо, но 3500 отказаться. Что здесь еще есть? Будет минутка для старика. Я человек прямой, капитан. Мне нужны деньги купить лавочку. Поможете, я ваш должник. А в лавке всегда найдется для вас нужный товар по сходной цене. Да, 700, пожалуйста, покупаю без проблем. Держи денежки, как говорится. А заодно зайдем посмотрим, что у него есть. А 8 действительно продаст мне все это дешевле. Ну, сказал ведь, дешевле продаст. По крайней мере, я на это надеюсь. Клинки, пистолеты. Давайте в пистолеты посмотрим. Мне вот интересно, что у него здесь есть из пистолетов. Хотя... Черт, чуть-чуть не хватает для со съемным дулом. Вот эти пистолеты, они самые хорошие, насколько я понимаю. А жаль. Очень-очень жаль. Если можно купить охотничьи трофеи. И нам, насколько я помню, так вот, насколько я помню, нам для некоторых улучшений нужны некоторые вещи. Ох, как я не смотри. Эту кожу можно добыть в охоте с гарпуном на белого кита. Белого ягуара. Так. Давайте посмотрим сначала, что нам нужно для улучшения здоровья. Потому что я хочу улучшить именно его, потому что оно на самом деле для меня, насколько я понимаю, важнее всего по причине того, что меня иногда часто убивают. Не то. Ремесла. Вот. Шкура оленя и шкура ягуара. Нам нужно две шкуры оленя и две ягуара. Охотничьи траверы. Так. Так. Шкура ягуара. Так, стоп, а где... А, вот шкура оленя. Это будет дешевле. Ну и, в принципе, одну из шкур ягуара можно, конечно, попробовать купить, но думаю, пока обойдусь. Excellent. А тем временем улучшу себе немножко здоровье, потому что ходить и умирать у меня желания нету. Теперь у нас улучшенное здоровье немножко. Стало получше, и это радует. Пока будем продвигаться дальше по миссии. Вот, собираюсь показывать вам вот такие вот мелкие даже детали, в связи с тем, что, ну, на мой взгляд, это интересно. Я, например, когда смотрю многие видео, и мне интересно, как же человек и что делает, там, допустим, в момент того, что куда-то ходит, там, что-то улучшает. Мне вот, например, интересно всегда было, когда, где и как. Ладно, потихоньку выходим в море. Смотрим на карту. Куда нам далее? И, наверное, это будет еще одна серия из разряда «Пойди найди». Ну или «Пойди принеси». Ну или «Пойди разбей чей-то форт». Как-то так. Все-таки мне нравится вот этот костюм ассасина. Он классно выглядит. На мой взгляд, конечно. Реально красиво. Хорошо смотрится. Паруса отдать! Круче себе, что ли, такой прикупить? Поднимаем все паруса! Так, ром ткани. Даже не знаю.
Смотрим, во-первых, что у нас рядом. И видим то, что у нас тут неизвестные локации. Так. Легко. Значит, давайте уничтожим к чертям этот форт. Не знаю, как вам, мне музыка нравится. Я даже как-то особо болтать в это время не хочу, потому что приятно слуху. А вот дерево ткани, ром сахар. Ничего интересного. Слишком мало ресурсов, на мой взгляд. 300-400 ресурсов. Вот это да, вот это вот есть смысл. А мелкие шхуны уже грабить, ну, в большом количестве, если только. Маленький уже. Особого смысла не вижу в этом. Ром, сахар, дерево, зажигательные снаряды. И тем более мелкие шхуны обычно ходят по несколько кораблей. И не всегда есть смысл их грабить. Какой-то остров вдали. Так, что-то. Что-то здесь находит. А, вон оно что. Акула, молот. Можно, кстати, туда сходить, слетать, съездить, сплавать. Да, сплавать будет логично. А, вот. Так, стоп, там. Нет, это не корабль. Что-то меня напрягает как-то вот этот туман. В общем, по мне наводится довольно четко. Я же не вижу до сих пор. Ой-ой-ой. Рифи Марселя и Брамселя! Блин! Горячий залп нам поможет! К бою готов, сэр! Залп, капитан! Блин! Пушка готова! Так, и блин! Подходящая дистанция! Ну, последнее. Блин! Кэп, удачная позиция! Залп! Действительно, это было легко. Форт уничтожен, как нефиг делать. У меня почти не испортил здоровье в каком-то смысле. Это, да? Там, все паруса! Лисели поднять! Ловим шквал! Легко и быстро, с хорошим кораблем. Это очень... Меньше ход! В каком-то смысле круто. От ветра! Так, причаливаем. Шевелись, убрать гроты! Ну, давайте быстрее, ребят. Я тороплюсь показать зрителям что-нибудь интересное. А если мы будем полчаса причаливать, это будет точно нифига не интересно. Итак, что у нас есть веселого? Про веселого есть то, что этот форт не похож, кстати, на особо другие форты, которые были до этого. По крайней мере, я вижу некоторые различия, что здесь с другой стороны вход, и он какой-то извилистый, что ли. Пусть это мелочь, но приятно. Оу-воу-воу. Паренек, ты меня что, убить захотел? Так. Убивать надо вот так. А не так, как ты по полчаса. Так. Красть. Нам нужны деньги всегда. Всегда пиратам нужны деньги. Это в любом случае. Это не имеет значения даже сколько этих денег. Пиратам они нужны всегда. Так, ты готов, а ты, собственно, будешь следующим. Отлично. Так, ну почему-то это не тот пират. В смысле, человек. Пират-то, может, и тот. Человек. Так, я что-то одного не понял.
Где? А, вот. Где выход? А, отлично. Я это сделал. Именно этого я и хотел достичь. Так, теперь нам выше. Оу-оу-оу. Мое здоровье пострадало из-за этих идиотов. Из-за каких идиотов? Непонятно. Да, впрочем, не важно. Не лезь ко мне. Фуэго? Окей. Я не знаю, о чем ты, но... Наверное, те, кто знает испанский, поймут, о чем. А, я знал, что ты так сделаешь. Эй. Эй, я ж нажал. Защита, чё-то прикол-то. Всё, всё получилось. Так, добраться до штаба. Чуть-чуть проблематично, но... В целом, нормально. Так, кстати, звуки не отображаются, но, видимо, это свойство пиратки, скорее всего. Ну, ничего страшного. Хотя, может, в оригинале не отображаются, я как-то не особо следил за этим делом. Так, открываем. Все сундуки собраны, до штаба добрались, синхронизируем. Синхронизация, по идее, полностью должна быть, так что все окей. Чувак, знаешь, что я тебе скажу? Не твой сегодня день. Нет, серьезно, не твой. Может жестоко, может нет, не знаю, но мой выбор именно таков. Если вам не нравится, скажите об этом. Но хотя думаю, что я скорее всего пройду игру раньше, чем выложу все видео. На данный момент у нас еще одна открытая область. Полностью открытая, что приятно. Теперь смотрим следующую. Следующий форт. Легко, пожалуйста. Переходим к следующему форту. Очень, я думаю... Так, начать задание. Шелковые волны. Нет, у меня нет желания. Можно исчезнуть, капитан? Знаешь, можно. Ну вот, считай, соскочил с крючка. Можно исчезнуть. Это даже плюс, нежели минус. Капитан на мостике. Так, плывем к следующему месту. Если я правильно понимаю, то попутно у нас есть небольшой шанс пробовать поймать акулу. Вокруг нас тут дельфины, вон там плавали, прикольно очень даже. Идем на таран, просто так. Держаться, парни! Одни водички! Вот не просто цвета, Кэпу! Тараном с одного удара разнесли этот корабль. И этот в том числе. Вот, то есть, смотрите, уже чем мощнее наш корабль, тем больше урона мы наносим. И, например, вот сейчас уже такой гигантский урон, что простые кораблики просто умирают с одного удара. Это круто. Наверное. Так, почему я так сделал? Сейчас объясню. Просто я хотел, чтобы мой корабль находился максимально близко, но, по-моему, он все равно будет подходить. Это проблема, но я думаю, не страшная. То есть в итоге я все равно буду довольно близко. Пока я сейчас постараюсь взять груз и взять вон тот сундук. Искал взять груз. Да не залезть, а открыть. Отлично, мы взяли целых 3 рома. Нам на 100 лет вперед теперь его хватит. Так. Ну, 150 реалов уже получше. Хотя даже побольше, на самом деле, насколько я вижу. Так, быстренько надо вернуться на корабль, потому что он... Ну, не так далеко отплыл, конечно. Вау, красивые дельфины плавают, так сказать, летают. Ох ты ж мать, повернул, они прям надо мной. Неожиданно было. Так, у меня черный плащ. Что-то мне это напоминает, ладно, неважно. Капитан,
Надать скорости! Наполни каждый дюйм! Так, включаем быстро карту и смотрим, где здесь была акула. То есть, если я сейчас поверну вот в эту сторону, то по идее я... Правильно я понял? Да, в эту сторону, по прямой, и я дойду до места обитания акулы. Собственно, вот оно. Скид, промзеля и бомб, промзеля! Паруса отдать! Итак. Образо бедрей к ветру! Поохотимся! Без проблем. Думаю, это вполне достойное занятие. Там, там! Оу. Так, и... Я что-то вижу. Вон, по левому борту! Готовность! Ох ты ж мать! Потянул! А, да! Попал, капитан! Оу, я тут еще сейчас только что увидел, да! Что у нас ограниченное количество. Веревка порвалась, Кэп! Кто-нибудь слышал? Берегись! Справа! О. Берегись! Воу-воу-воу-воу-воу. Парни, берегись! Так. Ну уже, где ты? Прямо по курсу! Ну, давай, давай, давай. Вот так, да! Держите! Готово. Держись, парни! И сейчас главное ее не... Да зараза! Получай, рыбка! Рыбка, блин. Прям вся рыбка. А, да! Так, в этих гарпунов однозначно больше, чем в предыдущих. Пусть попробует всех. Железо! Уходит! Так, у меня осталось 6 гарпунов, надо... Высматривайте плавник! Блин, поаккуратней. Он идет на нас! Справа! Стой! Да, ёпарасоте! Парни, берегись! Где? У нее осталось совсем чуть-чуть здоровья. Где она? Это самое напряженное сражение из бывших. Прямо по курсу! Канат держится! Это хорошо! Крепче держи! Капитан, гарпуны на исходе! Не нравится! Хе-хе, мы все равно это сделали. Да, но гарпуны действительно были на исходе, и это проблематично. Поднимай! Ох, какая она большая-то, ё-моё. Поздравляю, сэр. Вот такие Веселя, иногда да, бывают жесткие вещи, вот блин. Сколько есть? Я даже не ожидал, что прям вот так жестко с этой акулой бороться, но мне понравилось однозначно. Вот, объясняю, кстати, для людей, для чего нужны такие миссии из разряда «пойди убей то, пойди убей сё, пойди собери там, не знаю, чего-нибудь, да, пойди там разрушь какой-нибудь аванпост, скажем так, да». Все это нужно для того, чтобы нормально усовершенствовать собственный корабль, либо собственные вещи. А как вы понимаете, без усовершенствования собственных вещей я, в принципе, могу в игре особо добиться больших успехов. В связи с этим мне приходится улучшать свой корабль и проходить эти все дополнительные миссии. Да, и в принципе, не знаю, конечно, как вам будет нравиться или нет, но мне это нравится, поэтому я это делаю. Если вам не нравится, можете, как говорится, не смотреть ваше право. Ну или наоборот, посмотреть что-то интересное. Вдруг увидите. Всякое может быть. Так, давайте заходим сейчас быстренько в запретную территорию.
Я вижу там кучу кораблей. Правда, маленького размера. Нас дует большой ветер, сильный. Это вам не бриз, сэр. Пли! А там а-ля минное поле, только на воде. Пли! Погода не к черту! Отдать все! Вперед! Так. Все, ветер здесь пропал. Отлично. И вот он опять дует, зараза. Нас периодически уносит вправо. Это нехорошо. Надвигается шквал, капитан. Да я уже заметил то, что погодка такая не из лучших. Мне предлагают посмотреть на территорию, которая идем здесь рядом шторм, находится. Капитан. Насчет идем в шторм, это, конечно, меня не особо радует, но в целом, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Итак, меня начинают сейчас, скорее всего, атаковать. Хотя при том, что я еще даже не подплыл. По местам стоять! Вот видите, меня уже атакуют. Но мы вроде пока уворачиваемся. Давайте опробуем наши снаряды новые. Зал! Как они? Вообще по борту. Спусти бомбы Марселя и Марселя! Готовы, Зал! Стреляйте прямо туда! Трави! Трави! Кэп, стреляйте вон туда! Бли! Итак, чуть-чуть. Зал! Стреляйте прямо туда! Готово. Зал! Как вы видите, нам фактически не нанесли урона. Бли! Вон слабое место! В каком-то смысле это бли! Даже круто. Бли! И мы уничтожили форт, не понеся фактически потери здоровья, поэтому я считаю, что справился трави, отлично. Так что как-то так. Подобрать паруса. Сейчас мы быстренько захватим этот форт, и на этом я закончу эту серию. Следующая серия будет о чем-то более интересном, я надеюсь. Отдать. Хотя кому-то и такие вещи тоже интересны. Хотя, когда мой корабль был живее, ребята, лишнего не дам. Полностью слабеньким, было, конечно, сложнее. Убавляй, и было больше интереса в захвате этих фортов и прочего. Сломал зуб, лол. Так, вот эти. Так, наш плащ горел только что. Вау. Мы опять видим повторяющуюся местность. Но при этом. Так, убит офицеров форта. Где же? Ага, вон задание наверху. Точнее, как задание это. Не то чтобы задание, но поняли, о чем я. Фрагмент анимуса. Или анимуса. Иногда бывает так напряжно произносить какие-то слова, которые ты не знаешь точного происхождения и произношения. Поэтому это печаль, честно говоря. Но думаю, меня многие поймут в этом. Хотя еще более печально, если ты знаешь, как произносить, а кто-то, кто произносит, не знает. Интересно. Так. Добраться до штаба вниз, выполнить... Сбор, так сказать, сокровищ. Вот туда. И я предпочту сначала взять сокровища, а потом уже же. Вот так вот. Все, здесь я, собственно, все сделал. Это хорошо, круто. А еще, по-моему, я только что убил своего. Ну ладно. Ничего страшного. Чувак, тебе, в общем-то, не повезло, и ты, наверное, это уже знаешь. Прости, прощай, и выстрелю я лично тебе в сердце. Ничего личного, просто бизнес. Ты выжил? Нет, ты не выжил. Ты умер.
Вот так вот. Теперь уже еще плюс один форт в наше владение. Пираты процветают, англичане и испанцы умирают. И это законопослушные граждане называются еще. Хотя на самом деле сами виноваты, как по мне. Оу, что это такое? Что за легендарный корабль? Заработать много. Получить люлей, наверное, не меньше. Но это мы увидим в следующей серии. Я ведь вам обещал что-то интересное. И, возможно, это и будет тем самым интересным. Что ж, до следующих встреч, ребята. И надеюсь, вам понравилась эта серия. Всем спасибо. Всем пока. С вами был, как всегда, Дезертир.